конкурсе приняли участие 160 изданий о русском севере, которые вышли в свет в 2017 году. Книга «Котлас. Наша история», выпущенная к столетнему юбилею города, стала победителем в номинации «Родная сторона». Над выпуском этого издания трудился коллектив профессионалов: Татьяна Шершова, Николай Шептяков, Александр Хрусталев, Ольга Анисимова, Игорь Амосов и Юлия Михайлова. Благодаря их усилиям выход книги стал достижением муниципального образования, которое по достоинству оценили на региональном уровне.